Сегодня, 17 мая 2016 года, в исполкоме состоялось аппаратное совещание, в ходе которого руководство КП компания «Вода Донбасса» сообщило о том, что 24 и 25 мая в Горловке будет произведено плановое хлорирование воды, а 19 мая частично будет отключено водоснабжение северной части города и центрально-городского района в связи с ремонтными работами, приблизительно на 10-18 часов. В связи с этим убедительная просьба ко всем горловчанам заранее запастись необходимым количеством воды.